Родство души такое состояние, когда ее всю хочешь пролистать и сократив тем самым расстояние, духовно ближе можешь с кем-то стать. Родство души такое состояние, когда давать приятнее, чем брать. Когда как будто знаешь все заранее, о чем попросят, что хотят сказать. Оно общению подарит только радость. Родство души всегда берите в путь, и никогда оно не станет в тягость, хотя его не может быть чуть-чуть.